Добрый день. Вечер у кого-то. Я бы сказал, бодрый день. Да, мы сегодня всех рады приветствовать. Встреча Zoom. Сегодня необычная. Вот видите, я уже нарядился Дед Морозом, Санта-Клаусом, да. Поэтому предрождественские праздники хотелось бы всем пожелать. Действительно загадать себе желания и чтобы они в новом году обязательно исполнились. Буквально 5 минут, еще немножко, две паузы. Давайте я, наверное, открою пока презентацию. Вы подскажете, видно презентацию? Кто Видно все подскажет? хорошо. Все хорошо, Видно все замечательно. хорошо, да. Замечательно. Сейчас проверим еще раз технику. Да, пошла техника. Позвольте представиться. Меня зовут Виталий, фамилия Бертрам. Мы проживаем в Германии, город Берлин. Проживаем уже 25 лет. И практически всю свою сознательную жизнь занимались коммерцией. Поэтому да, со своего опытом сегодня затрону многие темы, которые, уверен, просто помогут, особенно новичкам, понять, да, то есть, может быть, увидеть для себя новые возможности или открыть для себя новые возможности. И это, конечно, исключительно на опыте. На том опыте сравнение, потому что все в жизни познается в сравнении. И если присутствуют предприниматели, да, услышат нотку, если услышат те люди, может быть, которые приняли уже решение, да, и полностью находятся в компании EPL. И, конечно же, те люди, которые, может быть, только думают прийти в компанию EPL. Поэтому моя задача именно раскрыть сегодня не сделать рекламу самой компании, а именно показать преимущество, возможность, то есть что вас ждет, к чему вы можете прийти, пользуясь инструментом, которая предлагает компания EPL. То есть мы являемся оригинальный центр обслуживания. И на протяжении уже 5 лет, можно сказать 6 лет, потому что мы, как все люди, полгода, ну, думали, даже не до конца понимали, да, что к нам в дом постучалась вот компания EPL, и, как я уже сказал, это грандиозная возможность. И на сегодняшний день, то есть опять благодаря нашим усилиям, нашему опыту, мы сегодня показываем именно результаты. И многие удивляются, как можно так развиваться, как можно зарабатывать такие чеки, как можно получать такие чеки, да. И я скажу, что это большую роль играет, конечно, не мы сами, да, а большую роль играет, конечно же, сама компания, сам продукт и сама возможность, то, что компания нам дает. Поэтому я, с вашего позволения, начну свою презентацию. Но для того, чтобы начать понимать, да, в каком направлении вы можете двигаться с компанией EPL, нужно задуматься о том, что вас окружает. Окружает нас всех абсолютно, я думаю, вот это неизвестность. То есть многие люди сегодня, ну, просто не знают, да, или не понимают, что ждет их завтра или завтрашний день. Я не говорю сейчас про политические неурядицы, да, то, что происходит, а я в целом говорю про экономику, да, о том, что сегодня многие люди, мир меняется, да, и многие люди теряют просто ту специальность даже, я же не говорю про работу, а ту специальность, по которой они когда-то получали образование. И эта ситуация такая, что многие люди сегодня понимают, что они вынуждены просто работать или подрабатывать и работать на двух-трех работах для того, чтобы хоть как-то, да, жить на каком-то уровне. И поэтому, если вы нас услышите, если вы услышите, о чем мы говорим, если вы дадите нам время,
Вот всегда прошу, дайте нам время, да, и вы будете благодарны тому, что познакомились с нами и с нашей компанией PL. Почему? Потому что уже тысячи наших партнеров, которые изменили абсолютно свое мышление, изменили свое видение, то есть стали жизнерадостные, путешествуют, наслаждаются жизнью. И жизнь, да, вокруг становится другой, ярче, краще. Да? Поэтому в первую очередь хотелось бы, чтобы вы сами спросили себя, да, готовы ли вы что-то в своей жизни менять и задали себе вопрос на самом деле, да, какая ваша жизнь? Может быть, у вас проблема с руководством? Может быть, у вас что-то, те, которые сейчас еще вынуждены ходить на работу и работать, может, вас что-то раздражает? Может, вы приходите домой и не получаете полного удовольствия от того, что вы делаете? Да, может быть, тот доход, который вы сегодня получаете, не позволяет вам раза в год путешествовать именно там, где вы бы хотели путешествовать, ездить туда, куда вы бы хотели, встречаться с друзьями там, где они проживают в других странах, может, континентах. Может быть, у вас уже столько работы, что вы не только работаете на производстве, а вынуждены еще домой приходить, да, и заниматься, может быть, своей сельским, может быть, да, ну, деятельностью. То есть, да, то есть вам не позволяет ваша работа именно накормить семью, можно сказать. Приходится поэтому держать дачи, может быть, выращивать животных, да, то есть делать себе заготовки. То есть задумайтесь, пожалуйста, почему? Потому что это очень важный момент. То есть с сегодняшнего дня, познакомившись с компанией PL, вы для себя можете уже для себя решить что-то в своей жизни поменять. Почему? Потому что часто бывает так, что люди просто как белка в колесе, да, то есть они вроде бы живут, они вроде бы что-то делают, они вроде бы ходят на работу, они вроде бы зарабатывают деньги, они получают эти крохи, можно сказать. И когда начинает их подсчитывать, то оказывается, большая часть из этих заработанных денег уже приходится отдать. Заплатить за квартплату, заплатить за услуги, заплатить за разные страховки, да, то есть, может быть, за кредиты, которые набрали, может быть, машины или какие-то вещи. То есть практически не остается абсолютно ничего. Да? И это как раз должно вас настораживать. То есть деньги, не те деньги, которые вы заработали, это ваш, а те деньги, которые вы можете себе просто на завтра оставить. И поэтому многие действительно по этому кругу идут, да, по этому кругу идут изо дня в день. И мало того, мечтают, что когда-то они придут к такому возрасту, как называемая пенсия. Да? И вот тут у многих, особенно это мужчин касается, у многих просто не могут с этим совладеть, да, то есть считают себя не востребованные, то есть дети выросли, внуки выросли, и вот пенсия, долгожданная пенсия, когда можно, может быть, путешествовать, быть дома, наслаждаться, может быть, общением в семье, и тут доход резко уменьшается, резко причем уменьшается, и люди не могут себе купить, и чувствуют, что они просто вышли с этой обоймы жизни, да, удовольствия. И тут появляется депрессия, болячки, заболевания. И тут, как правило, большая часть населения именно больше болеют. Потому что все болячки идут, конечно же, от нашего состояния. И поэтому для того, чтобы поддерживать наше состояние, мы с вами люди, мы родились на этой планете быть счастливой. Ребята, услышьте те, которые пришли и только сегодня знакомятся. Вы для нас на сегодняшний день те люди, кому мы сегодня обращаемся. Потому что мы взяли за вас ответственность. За вас взяли ответственность, чтобы ваша изменилась жизнь, но только жизнь к лучшему. И мы знаем, что это можно благодаря инструментам, которые предлагает компания PL. Вы можете в компании купить
купить ту машину, то есть получать столько дохода, сколько вы хотите, купить ту машину, которую вы хотите. Путешествовать там, где вы хотите. Плюс много путешествий проводится именно в обществе компаний, единомышленников. Буквально недавно мы вернулись с круизом, и пользуясь случаем, поздравляю тех, кто уже был в круизе. И вам скажу, да, те, которые по ту сторону экрана, что после круиза количество наших людей, которые поставили себе цель в следующем круизе быть с нами, еще стало больше. Сегодняшний день уже 4 контракта, которые сделали этот первый шаг. Представляете, 34 человека с нашей группы в следующем круизе мы будем вместе путешествовать. Вот приятно. Приятно, когда вы не одни, когда вы можете с собой взять ваших родных, близких, когда вы можете с собой взять еще друзей и показать им эту возможность путешествия. И именно когда вы получаете каждый день доход, вы чувствуете эту надежность, вы чувствуете эту свободу, да? Свободу, вы чувствуете, что на вас никто не давит, что вас никто не заставляет. Только вы решаете, что вы хотите делать, сколько вы хотите, сколько времени вы хотите посвящать этой деятельности. И, конечно, отсюда исходит именно итог. Когда многие люди уже сегодня, те люди, которые сегодня уже в компании длительное время, да, могут себе позволять покупать дома, да, покупать квартиры. Очень много квартир наши партнеры покупают, поверьте, мы это знаем изнутри, потому что многие живут в одних городах, а покупают в столицах недвижимость. Да, многие партнеры покупают недвижимость около моря уже. Да? И очень важный момент, что на это смотрит ваша семья. На вас смотрят ваши дети. На вас будут смотреть ваши внуки. И поверьте, в каких обстановках, в какой атмосфере дети рождаются и видят, да, как живут люди, то есть вокруг вас, родители. Да, такими они стараются тоже быть. То есть мы не можем ребенка научить тому, что мы сами не можем. Дети нас копируют. Да, у них придет возможность, когда они тоже, как вы сегодня, может быть, уже то, что у вас есть, может быть заложено вашими родителями. Но сегодня вы можете свою жизнь изменить. Изменить почему? Потому что мы на планету Земля даже пришли, люди пришли сюда быть счастливыми. Вот это именно самое главное, именно прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесценно прожитые годы. Жизнь должна быть счастливая, счастье. Ведь счастье подразумевает, это не просто приобрести что-то, да, или получить деньги. Нет, это в совокупности, счастье это в совокупности. Да, это условия жизни. Это, конечно же, карьера развития, то есть признание. Поэтому в нашей компании вы можете получить это признание. Даже те люди, которые уже пришли в компанию на определенный пакет, уже получают такую маленькую награду, трилистник, который говорит о том, что вы действительно пришли в компанию уже осознанно. Конечно, у вас есть возможность получать доход. Доход, не который вам начислили. Не тот доход, который вы себя оценили, да, насколько вы готовы работать или выполнять ту или другую работу, а непосредственно поощрение за ваш вклад, энергию, насколько вы общительны, насколько вы больше людей можете пригласить к вам именно в команду и поменять им жизнь важно. Поэтому, конечно же, наша компания – это компания уникальная, потому что у нас в руках есть уникальный продукт. Аналогов в мире нету. Я буду об этом еще раз, может быть, позже повторять, говорить. Аналогов в мире нет. И поэтому мы можем поддерживать свое здоровье вот здесь и сейчас. Очень важный момент. Конечно, работая с людьми, мы очень часто находим единомышленников. Мы очень часто находим людей. И знаете, бывает такое ощущение, что ты только знакомишься с людьми, а они уже тебе близкие, родные, то есть как будто ты их уже давно знаешь. Тебе с ними просто легко. Это значит, они тоже такие же, как ты, которые недовольны своей жизнью и которые хотят меняться, которые готовы учиться, обучаться.
видишь отношение этих людей к семье, к другу, а наша именно компания именно несет семейные ценности, да, работа с семьей, вместе с семьей, работа с друзьями. И это позволяет, конечно, расти и развиваться самому. Самому расти и развиваться как личность и вместе, как я уже сказал, путешествовать. Поэтому, обращаясь к вам, именно новички, в этот прекрасный предновогодний день. Сегодня уже многие люди будут собираться и праздновать рождественские праздники. Я обращаюсь к вам и говорю, не бойтесь перемен. Не бойтесь перемен. Вот те перемены, которые сегодня находятся и не коснулись вас, они в любом случае вас касаются. Каждого эти перемены, которые происходят на улице, да, изменения, она обязательно касается. Посмотрите, насколько стали дороже уже товары, продукты. Да, жизнь подорожала. Преимущество сетевого маркетинга всегда было. Только нужно немножко понять, что такое сетевой маркетинг. Это мы речь ведем не о пирамидах. Многие просто несознательные люди пользуются вот этой уникальным инструментом, да, для того, чтобы наживиться. Мы не говорим об этом, да, мы не говорим о том, что давайте вкладывайте в компанию PL, получите большие деньги. Вкладывайте или делайте то-то, то-то, или много закупайте, перепродавайте продукт. Нет, абсолютно, мы это не говорим. Наша цель именно показать другую жизнь. Потому что компания, кто поймет это, да, то есть мы все люди определенного развития. И часто я встречаюсь даже с людьми, которые уже в сетевом маркетинге даже 10 и 20 лет, да, то есть проявляют свою значимость и говорят о том, что они знают сетевой маркетинг, поверьте, да, участвовать и понять, и осознать, и еще пользоваться как инструментом сетевого маркетинга могут не все. Поэтому, конечно же, наше задание именно, опять же, я говорю, на своем примере показать, что это возможно именно жить красиво прямо здесь и сейчас. Потому что компания дает эту возможность. Потому что у компании действительно пазлы, которые предлагает руководитель Сергей Сергеевич Куликов, он создал действительно идеальную компанию, где именно все пазлы, да, которые необходимы для сетевого маркетинга, они просто подходят для того, чтобы действительно в компании развиваться. Не быть лучшим просто продавцом, а именно развиваться вместе с людьми, поэтому тонкости именно маркетинг-плана, тонкости в продуктах. Конечно же, хотелось бы вас пригласить на следующее занятие, которое мы всегда будем проводить по субботам в 10 часов или потом, когда время меняется, в 11 часов по берлинскому времени. Каждую субботу мы выходим в эфир и шаг за шагом обучаем вас, даем вам разные фишки, разные инструменты, которым вам просто нужно взять и научиться ими пользоваться. Поэтому, обращаясь опять к новичкам, к вам, дайте, пожалуйста, нам время. Дайте нам время, да, мы вам покажем все эти инструменты и обучим, как с этими инструментами вы можете пользоваться. Потому что компания действительно это дает возможность. Как маленький ребенок, когда родился, он любопытный. Будьте любопытными. Дергайте ваших спонсоров и задавайте все вопросы. Звоните вышестоящим спонсорам и говорите, объясни, покажи, расскажи. Потому что вы дети, вы должны как дети именно впитывать эту индустрию. Вы должны впитывать эти знания, да, не только от одного человека, а встречаясь на мероприятиях с другими лидерами и узнавая их историю, как делали они, что они делали. И только таким образом, шаг за шагом, да, мы начинаем с вами расти. Поэтому неважно, по какой вы были специальности, неважно вероисповедание, неважно, абсолютно неважно, в каком регионе вы живете, абсолютно неважно. То есть для нас важны вы. Вы личность, как личность. Вы человек, который сказал и протянул руку. Помогите, я хочу стать, да, успешным. Я хочу иметь доход. Я хочу приобретать недвижимость. Я хочу поменять эту жизнь к лучшему. Я хочу своим детям, внукам дать другую жизнь, образование. Это все зависит от вас.
И важно в этот момент понять, что все, что у вас сегодня есть, вот все, что у вас сегодня есть, это когда-то вы себе мечтали, и вы на уровне подсознания начинали действовать. Но это ваше прошлое. Прошлое мы уже изменить не можем. Многие часто несут за собой вот этот груз прошлого, да, то есть свои привычки, понятия, отношения к сетевой. Сетевой – это не мое. Да? Сетевым я не могу. А вы задали себе вопрос, а что вы сделали, чтобы понять, что такое сетевой? А что вы сделали, чтобы взять литературу и посмотреть, как много состоятельных людей именно прошли этот путь? Да, тоже через трудности, как и все предприниматели. И мы тоже с Надеждой, с супругой прошли этот путь предпринимательства. И вам с уверенностью и ответственностью говорим, что работая в сетевой индустрии, намного легче, просто легче, да, делать этот бизнес. Потому что вам не приходится уже делать те вещи, да, как руководитель какого-то предприятия или своего дела. То есть те вещи, которые за вас уже полностью делает компания. Причем инвестиции, с минимальной инвестиции получать максимальный доход. Поэтому именно сегодня, здесь и сейчас, кто смотрит эту встречу нашу, предновогоднюю, и для себя просто осознает, что именно здесь сейчас вы можете изменить свою судьбу. То есть именно позитивно изменить, то есть именно расти и развиваться. То есть вы уже получили определенные знания, навыки. А сегодня в ваш дом постучалось что-то новое. Рассмотрите это как новый этап развития вашего. И не только на год-два, а на десятилетие. То есть построить себе пассивный доход, который именно вас будет греть, да, когда, возможно, вы пойдете на пенсию. Дополнительная возможность получать доход и путешествовать. Поэтому у нас с вами, со всеми, есть будущее. Вот сегодня все присутствующие, которые здесь, новички, да, здесь присутствуют новички, могут сегодня, здесь и сейчас поставить себе вот эту вот цель в будущем и прямо ее прописать. И мы сможем вам сказать, что если вы будете делать то, что мы вам говорим, вы обязательно добьетесь этих результатов. Если вы будете придумывать свой велосипед и говорить, у меня это не получится, это не мое, и при этом не сделать эти первые шаги, не получить эти знания, то вы будете в любом случае деградировать. Поэтому вы всегда должны выбирать, или вы идете на развитие, меняете в своей жизни что-то к лучшему, или вы потихоньку, потихоньку, потихоньку включаете программу самоуничтожения. Когда все плохо, вокруг все плохо, да, и никто помочь мне не может. Отсюда возникают болячки, заболевания, как правило. Отсюда недовольство жизни. То есть жизнь уже прошла, казалось бы. А ведь каждый раз с того момента, как вы остановитесь, у вас есть выбор. Очень важный момент. Всегда именно выбор вас приведет к успеху. Поэтому мы даем, конечно, выбор вам. Какой ваш следующий шаг? То есть от этого будет зависеть, куда вы пойдете. Будете развиваться, будете вы с компанией PL, разберетесь вы, разница между другими компаниями, а я скажу, что компания во многих вещах компании PL Go, она просто имеет большую, грандиозную преимущество. Поэтому не нужно ждать идеальных условий. Вот многие люди думают, да, сегодня я должен ходить на работу, на две работы, три работы. У меня нет времени заниматься компанией Bell. Да, вот когда я закончу работу, вот когда я пойду на пенсию, вот тогда я, наверное, начну. Или многие так рассуждают. Вот я еще не познакомился с продуктом. Вот когда я получу результат, вот тогда я подождите. Поэтому не ждите, когда придет это время.
Потому что тысячи партнеров уже получили результаты. Зайдите на YouTube-канал, посмотрите, какие результаты, именно говоря, даже в нашем случае, вот на YouTube-канале все результаты лично я снимаю. Это все, не все, это все результаты те, которые люди с их позволения разрешили вставить YouTube. Которые захлеб рассказывают о том, что они изменили свое здоровье. Они убрали эти проблемы, которые их мучили годами. И эти люди как раз уже, которые получили, вот им, конечно, нужно просто дальше идти. Но не всегда так получается. Люди получили результат, поэтому мы никого не можем заставить, мы только можем показать этот путь и взять за ручки и довести вас до успеха. Ведь формула успеха очень простая. Первое, это не нужно ждать идеальных условий для того, чтобы начинать действовать. Нужно понимать, что всего лишь 5% знаний приведут вас к успеху. 5%. То есть не нужно заканчивать диссертации писать, да? Не нужно заканчивать высшее образование, не нужно учить, да, с чего состоит продукт, какие травки, растения. Не нужно быть медиком, чтобы рассказывать, как лечить или не лечить. Это уже значимость людей, которые пытаются другим рассказать, что они что-то больше знают. Это абсолютно не важно. 5% знаний только приведут к успеху. Умение, конечно, важно. Уметь общаться с людьми. Но мы все с вами общаемся, вокруг нас постоянно происходит общение. Поэтому уметь что-то тоже не столь важно. Да, дает успех 5%. Настрой. Очень большую роль играет, конечно, настрой. Насколько вы приняли решение именно действовать. Очень большое именно значение имеет вот этот ваш азарт. Как правило, когда люди только знакомятся с компанией, у них азарт, они хотят обнять весь свет, абсолютно весь свет, рассказать всем родственникам, знакомым, и тут складывается, что не все слышат, не все понимают. Но настрой – это очень важно. И самое главное, что приводит к успеху, это, конечно же, действие. Действие почему? Потому что вы увидели для себя перспективу, вы увидели для себя возможность, вы открыли для себя эту возможность, и никто не должен вас остановить, и вы сами должны ответить на все вопросы, но только через действие, шаг за шагом, вы можете прийти к успеху. Поэтому, конечно же, появляется первое – это желание. Желание изменить свою жизнь. Конечно, появляется сначала мечты. То есть для чего вы это хотите? Что вы хотите этим? Познакомившись с компанией Bell и Bell, увидели для себя какие-то перспективы, почувствовали их, даже на уровне подсознания почувствовали, это классно. Только теперь нужно что? Мечты реализовать через действия. То есть именно поставить себе эту цель, да? Получить эту мотивацию, почему маленькую часть именно подарка себе сделать любимому, что я вот сделал это. Первый шаг – получил это признание. Компания получить признание. То есть поставить себе план именно продвижения, поставить себе краткосрочный, долгосрочный план, и обязательно придете к успеху. Ведь это именно успех приходит именно к тем людям, да, которые готовы, которые открыты. И это делают уже на автомате. Я люблю всегда людям говорить, что они могут вот прекрасный день, да, всех из семьи убрать, всех, чтобы все вышли, сесть в середине зала, да, лотосом, да, скрестить ноги, закрыть глаза и посмотреть, что вас окружает. И подумать, что вас окружает, где вы сидите, в собственной квартире, в собственном доме, какая у вас обстановка в доме. На какой машине, это очень важно. Не важно, на какой машине, но важно в любом случае осознавать то, что в каком окружении, кто вас окружает, ваши друзья, близкие, родные, с кем вы общаетесь. Это все работа нашего подсознания. Поэтому часто наше подсознание, мы даже не догадываемся, что те проблемы, которые приходят, именно мы их сами притягиваем к себе. Да? Тот успех, который к нам приходит, мы его сами притягиваем себе. Потому что мы пишем историю
своего развития. И поэтому подумайте на примере, как те люди, которые первый раз сели в машину. Да, когда сдавали первый раз, может быть, на права, когда завели машину и не знали, на какую педаль нажимать, как скорость включается и как трогать. То есть было непонятно. То есть была только теория. Но нужно было сесть в этот автомобиль первый раз, и вас учитель сказал, давай, заводи эту машину. И вы сделали этот первый шаг. Вот мы сегодня вам говорим, сделайте этот первый шаг. Садитесь в машину времени компании PL. Да, сделайте этот старт, а мы вас научим, да, именно управлять этой машиной. До тех пор будем вас учить, пока вы на уровне подсознания не будете делать вещи, которые автоматически приводят вас к результату. Поэтому доверьтесь тем людям, кто вас сюда пригласил. Доверьтесь тем людям, кто вас сюда пригласил. Да, и стартаните свою машину времени. Очень важный момент, чтобы вы понимали, что вы хотите, чтобы вы ваши мечты именно держали в картинках. Вот я знаю, многие сейчас наши партнеры уже сделали новички, сделали первый шаг на круиз. Сделайте себе заставку именно этого корабля, этой местности, где вы хотите быть, чтобы вы каждый день видели эту картинку. Почему? Потому что наше подсознание работает всегда с картинками. Не фразы, которые вы написали или сказали, хочу быть богатым. Нет, нарисуйте именно вот это богатство. То есть, где вы хотите отдыхать. Не сами деньги важны, а именно важны деньги как инструмент, который позволяет вам находиться в том месте, где вы себе представляете. То есть, если бы я сегодня написал бы здесь просто слово «Карибик» без картинки, наверняка вы бы не смогли описать, что такое Карибик, если вы не знали, что это вообще за место такое. Но если я написал бы Карибик и показал бы именно картину, песок, море, теплая вода, солнце, да, зонтики на пляже, кушеточку, напиток, и вы бы уже нарисовали себе именно то место, да, где вы могли бы уже в следующий раз быть. Поэтому рисуйте себе эти картинки. Но для того, чтобы вы могли нарисовать и картинки и прийти к результатам, конечно, каждый человек хочет, чтобы это было надежно. А мы вам можем сказать, что надежность компании EPL уже проверена 11-летием. У компании EPL есть собственная технология, важно, не продукты просто. То есть мы не сетевой магазин, как многие компании, имеют разные заказы с разных представителей, да, под своим брендом название и продают как за свою зубную пасту, порошки, еще что-то. Это магазин сетевой. А мы говорим про эксклюзивный продукт, который сегодня опережает просто время. Это продукт будущего. И это все производится на собственном заводе компании PL здесь в Европе. То есть нужно понимать, да, если компания открыла или построила собственный завод. Конечно, она готовилась именно к долгосрочному развитию. Не сегодня что-то продать. Многие компании приходят на рынок с какой-то идеей или с каким-то предложением сервиса, да. То есть мы не говорим про это. Почему? Потому что мы с вами хотим строить долгосрочный проект. Мы должны быть уверены с вами, что эта компания будет и через 10 лет развиваться, и востребованный продукт. Потому что аналогов его просто нет ни у кого. За 11 лет еще никто не смог подделать этот продукт. Узнайте про этот продукт, новички, узнайте об этом продукте у вашего человека, кто вам даст эту ссылку или видео. Потому что это продукт другого роста развития человечества, потому что это именно питание, которое человечество вынуждено прийти к этому. Да, потому что сегодня очень много в питании не присутствует тех полезных веществ, а может быть больше присутствует еще вредных веществ. Даже если это БАДы, даже это какие-то соки, шейки, да, не факт, что там только натуральные вещества, там и могут присутствовать и вредные элементы, потому что растение в себя включает и разные элементы. А если это растение остается растением, то оно не может только состоять из
какого-то одного вещества, да, или минерала, витамина. У нас технология экстрагирования трав растений позволяет именно дать человеку только полезные свойства, микроэлементы, которые наша клетка распознает как питание. И отсюда происходит чудо, просто чудо. И это все подтверждается именно качеством продукции. Всеми сертификатами необходимы. Как компания, заходя на разные территории страны, именно делает дополнительные сертификаты. И так как мы живем в Германии, а мы можем это сказать, что в Германии продукт полностью сертифицирован. Мало того, дополнительно еще делались контроль качества производства. Мы сами лично видели эти документы. Мы видели даже лично, мы отдавали на образцы продукции, да, именно на такой тест. Это все говорит о качестве продукции и говорит о том, что компания действительно именно на рынке сегодня, и есть платформа «Бизнес-форум», где вы можете посмотреть, имеет знак 3А. То есть 3А – это говорит как раз о высшей качестве продукции компании EPL. У нас замечательный поставщик Байер Хелс, это крупная лаборатория в Израиле, которая собирает продукты растений не только одной травы с одного региона, а именно разные континенты, включая разные травы, растения, именно выбирая самые лучшие, и в сочетании делают нам эту формулу, как вот сравниваю всегда с духами, говорю, да, можно, конечно, купить разные парфюмы. Но есть парфюм, который именно собран именно по формуле, и его невозможно уже подделать. Старается много подделать, но его просто невозможно, потому что люди не знают до конца, как это. Вот то же самое в нашей технологии. Да, можно подобрать те или другие травы, но нету этой технологии, именно технологии, нету этой формулы, которую мы предлагаем, которые именно с годами аюрведа, китайской медицины уже были доказаны, эти травы, растения очень эффективны. И как я уже сказал, не на нашем опыте, а именно продукт движет компанию вперед. Возможности движут. Компания уже в 5 странах. То есть более 100 сотрудников компании, которые работают на нас, можно сказать, для нашего успеха. Официально уже открыто 70 стран. И находясь в Германии, мы знаем, что мы сегодня отправляем посылки по всей Европе. Легко, то есть именно вы можете построить уже международный бизнес компании EPL. Пожалуйста. Это говорит о том, что в компания не просто открывает склад, как многие интернет-магазины открывают просто склад, из какого-то склада открывают продукцию. Нет, имеется представительство, имеется именно дочерние предприятия, которые открыты. И такое дочернее предприятие находится в Германии. Именно представительство, именно дочернее предприятие от компании EPL. Как я уже сказал, компания сегодня уже праздновала 11-летие, и мы с вами уже заходим в год 2023, то есть мы уже с вами в новом году. И мы себе поставили именно амбициозные планы, и поэтому вы, да, можете именно максимально сделать вклад в это развитие и нашей структуры, и компании в целом. Компания имеет, как я уже сказал, знак качества 3А. Компания на протяжении времени на платформе «Бизнес-форум» была отмечена и получила признание. Первое место в рейтинге «Лучшая компания прямых продаж». Вторая номинация была. Лучший продукт для укрепления иммунной системы. Тоже наш Гроу взял первое место как продукт иммунной системы. Было первое место получено как лучший маркетинговый план компании. Почему? Потому что компания выплачивает клиентского бонуса 74%. И в структуру людям, которые активно занимаются этой деятельностью, проценты 63% распределяются как выплат. Это очень большое преимущество, потому что многие компании даже не могут это сказать. Даже многие компании, я знаю, которые на рынке уже 10-20 лет, то есть не отмечены на платформе «Бизнес-форум», потому что скрывают эту информацию.
Потому что максимальная компания, которая сегодня выплачивает, это 35%. Есть единица компаний, которая доходит 42%. Одна или две компании до 50% доходят выплаты. Поэтому уже здесь видно преимущество компании EPL. Отсюда видно и динамику развития компании EPL. То есть это очень важный момент, именно понимать развитие компании. Смотрите, в 2011 году компания сделала товарооборот на 2 миллиона. В прошлом году, 2021, компания сделала 211 миллионов оборот компания. То есть посмотрите, какая динамика именно роста. То есть правильного развития компании. То есть 2,8, потом спад, как обычно бывает, 10, 40, 50 и пошел на взлет. То есть сегодня компания именно находится в такой стадии, где именно идет рост, стремительный рост, потому что все больше людей, да, начинает понимать принцип работы компании EPL. Много лидеров приходит в компанию EPL, которые были в других компаниях, уже сравнивают, какие же компании в следующие 10 лет будут на рынке развиваться. А развиваться будет компания EPL, почему? Потому что у нее уже по истечении 11 лет уже доказало, что у нее технология в руках, у нее будущее, у нее продукт, который сегодня только, может быть, стали некоторые люди осознавать. А многие сегодня еще не осознают, поэтому вы можете быть тем проводником именно для того, чтобы уже на вашем опыте, да, получить результаты и понять, как работает продукт будущего. Мы, конечно, всегда рады, чтобы вы развивались в первую очередь как личность. И поэтому ваши первые шаги для развития как личности очень важны. Это простые вещи. То есть взять себе список ваших людей, не просто телефон, где у меня контакты есть, а именно список людей, где вы можете всех прописать. Неважно, без телефона, без электронной почты, просто имя, фамилия, всех людей, кого вы вспомните. Потому что это ваши люди, это ваше окружение. А говорят, ваше окружение – это ваш капитал. Потому что наш продукт, он относится к категории всех людей на планете, начиная от ребенка, заканчивая пожилым человеком. Даже многие наш продукт используют для животных, дают, да, для того, чтобы решить проблемы. Поэтому мы обхватываем все население человечества, все возрасты человечества, плюс еще даже животных. И поэтому это нужно понять, что наш продукт нужен абсолютно всем, потому что это питание. И дистрибьюторы, да, предлагаем именно, то есть именно правильно питаться продукцией компании EPL, то прививаем качество питания через продукт компании EPL. Поэтому очень важно, что мы от вас ждем, это отношение. Если вы приняли решение быть с нами, мы, да, как говорится, из вашей искры раздуем пламя. Поэтому нам важно от вас только отношение. То есть серьезное отношение, готовы именно обучаться. Быть именно на ментальном уровне готовы. Да, придут трудности, да, может быть, придут непонимания, может быть, придут какие-то недосознания, но поэтому нам нужно время. Почему? Потому что именно на ментальном уровне вы увидите, через год-два вы будете смотреть на весь белый свет другими красками. Вы поймете, что в вашей жизни что-то произошло. Вы потому что ментально выросли. Вы не будете уже понимать, что люди другие говорят, потому что они вас не слышат. Очень важно именно воспитать в себе уверенность, поэтому задайте все вопросы, чтобы ваша сила внушения, внутренняя сила была уверена в том, что вы действительно предлагаете именно тот продукт, который изменит и других людей, так же, как поменяет вас. И, конечно, постепенно мы с вами будем расти и двигаться по карьерной лестнице к личностному прогрессу, к личностному росту. Для того, чтобы просто сравнить, один главный момент, я знаю, что присутствовать будут те люди, которые находятся в других, может быть, компаниях, для себя еще не определились, да, с кем бы они хотели, в какой компании они хотели бы развиваться. Я только хотел показать, особенно тем людям, кто всегда говорит, сетевой – это пирамида. Вся жизнь пирамида, все построено на пирамиде.
И у нас тоже пирамида. Но наша пирамида, она перевернутая. То есть, что значит перевернутая? Она идет, динамика идет таким образом, она должна идти на рост, на развитие. И компания выплачивает только один бонус. Это бонус, который структурный. Да, выплачивает как именно с первого уровня маленький процент, а потом все больше и больше. Это очень важный момент. Почему? Потому что многие компании, основная масса компаний, они вначале дают сначала много. И когда человек заинтересовался, уже год-два находится в компании, уже оброс людьми, да, он просто понимает, что он недополучает, но он не меняет компанию, потому что не может себе признаться. Потому что он этого вначале не понимал. Потому что вначале никто не рассказывает. А мы открыто говорим о том, что именно здесь со временем вы будете развиваться, будете получать больше. Почему? Потому что у вас есть возможность поднять свой статус и получать со всех уровней до шестого уровня 10%. И дополнительно потом уже при росте карьеры, дополнительно в будущем, вы еще дополнительно будете получать от объема компании 2%. Поэтому вначале нужно эти вещи просто понимать для того, чтобы принять решение. И я благодарю вас, что вы пришли на это занятие и уверен, что вы поймете, да, именно отношение компании, почему она так развивается, почему у нее такие возможности открываются. Именно потому, что мы именно компания сетевой индустрии. То есть компания придумана именно тем людям, кто хочет развиваться, потому что под продукт в руках у нас, во-первых, действующий, эксклюзивный, да, и репотребляемый, очень важно. То есть постоянно люди заказывают этот продукт, потому что это продукт питания повседневного спроса, можно так сказать. На примере часто компании предлагают людям: приведи два человека, больше делать ничего не надо. Да, и ты будешь зарабатывать. Да, вы будете зарабатывать. Вот на моем графике, где мы говорим о том, что компания дает вам яблоко, вы можете его сегодня скушать. То есть вы получаете продукт, который вы можете тут же скушать. А семена, которые вы получили от продукта, то есть ваши ощущения, ваши результаты, то есть разбрасывайте их, разбрасывайте, сейте. И обязательно где-то прорастут семена, вырастет дерево и опять вам даст больше продуктов, то есть доход. Поэтому если взять такой простой пример, как два человека, которые купили для себя любимого со скидкой в полцены 40 пиви продукцию, то вы получили 4 пиви. 4 пиви – это, ну, грубо, если один к одному, может быть, 4 евро. Это небольшая сумма. Но люди, приглашая других людей, мы поэтому говорим, не нужно перепродавать продукт, не нужно его покупать и перепродавать. Его нужно давать, дарить, чтобы люди получили результаты. И люди сами зарегистрируются через вашу реферальную ссылку и сами на свой номер будут покупать со скидкой. И таким образом, посмотрите, 2, 4, 8, 16, 32, 64, всего лишь 126 VIP-клиентов, те, которые сегодня, следующий месяц купили себе продукцию для себя любимого, вы получаете практически, да, вот 1000% доходов в конце месяца. Представляете, в начале месяца вы купили, грубо на 50 евро купили, в конце года на 500 евро получили. Для кого-то это большие деньги. Для студентов, пожилых людей на пенсии это большие деньги. Но именно сегодня, шаг за шагом, вы можете заложить себе эти 126 VIP-клиентов. VIP-клиентов, мы сейчас говорим о клиентах. Если вы будете ориентировать себя на бизнес, именно сотрудничать в компании EPL как бизнес, то мы именно говорим вам, рассмотрите другую формулу, не два человека, а возьмите формулу 5 человек. То есть 5 человек, то же самое действие, 5 человек, пригласили 5 человек, то есть нужно научить других 5 человек. Поэтому мы и приглашаем. По субботам делаем эти мероприятия, чтобы вы, новички, могли приглашать своих новичков и не им рассказывать, а мы будем это делать, то есть рассказывать через обучающие занятия, именно как шаг за шагом прийти к результату. Но посмотрите, что в цифрах. Математика – это наука точная. Что происходит в цифрах? Те же самые работы, та же самая. 5, 25, 125, 625, 3000,
125, 15 тысяч, 625. Посмотрите, что происходит. Чем дальше с годами, глубже, тем больше у вас клиентов. И когда ваши клиенты вырастают в динамику развития, когда вы проходите этот барьер, они уже автоматически, без вашего ведома, растут, развиваются, как у наших вышестоящих спонсоров Нина Шушукова, Женя Новикова, Эмма Поль. То есть уже автоматически они могут сегодня абсолютно ничего не делать, у них уже автоматически будут люди расти. И посмотрите, 19 530 VIP-клиент, который минимально только купили для себя любимую продукцию, то есть доход месячно составляет 781. Это может быть и в год. Разделите эту сумму, 880 тысяч евро, 80 тысяч евро разделите на год. А многие сегодня 80 тысяч евро, и мы знаем этих людей в компании, которые получают этот, именно этот доход получают сегодня в месяц. Это реальные люди, это люди, которые когда-то были учителями, это люди, которые когда-то были просто бухгалтерами. Это люди, которые сегодня путешествуют, и действительно мы их знаем, потому что это количество уже есть. В команде 300 тысяч VIP-клиентов, можно сказать. 300 тысяч, а я вам говорю только про 19. Поэтому компания растет, развивается, и развивается с большой скоростью. И для того, чтобы вы были успешны, вы должны знать, наши новички, вы должны знать, что все люди делятся на три категории. Абсолютно все люди делятся на три категории. Первая категория людей, которые быстро принимают решения, это те люди, которые к вам придут завтра. Когда вы им только расскажете, что вы познакомились с прекрасными людьми компании EPL, которые вас пригласили, тут же принимают решение и говорят, мы с тобой, мы пойдем с тобой. Есть другая категория людей, люди, которые смотрят, ждут. То есть они ждут, когда вы же передумаете, когда у вас не получится. Когда, может быть, продукт не сыграет, вы не получите результат по продукту, ваше лицо не станет лучше от косметики компании EPL. То есть ждут и смотрят за вами, наблюдают. Но они видят с каждым годом, вы все в компании, да, вы растете, развиваетесь, да, вы путешествуете. Они говорят, слушай, я тоже хочу. И они придут обязательно к вам. А есть категория людей, которые сами себе не верят. Вы уже путешествуете, они говорят, не верю. Вы уже купили дом, они говорят, не верю. Вы уже ездите на большой машине, они не верят. Почему? Потому что сетевой. Да? То есть они нам нужны, но они придут к вам через 10, 20, 30 лет. То есть тогда, когда к вам уже в компании будут приходить просто клиенты. Потому что продукция наша именно динамично растет таким образом, что в каждую через время, через 10-20 лет она постучится во все дома. И через 10, увидите, я сегодня могу сказать, что через 10-20 лет об компании EPL будет знать каждый второй, каждый третий житель планеты. Потому что это технология питания, и которая дает именно возможность удержать свою иммунную систему, возможность быть здоровым, возможность путешествовать, возможность менять свою жизнь. А многие ищут эту возможность. Мы же вам предлагаем целый концепт, да, который разработан на компании, и в компании уже все прописано, абсолютно все. То есть кроме наших занятий мы проводим ПВК на земле онлайн. Потом приглашаем именно клиентов, которые ознакомились с компанией, приглашаем к нам именно успешный старт партнера уже. То есть приглашаем в партнерство. Те, которые не хотят, могут остаться просто клиентами и покупать продукцию. Те, которые поймут смысл, что они могут еще так же и делясь этой возможностью, перспективой, еще могут стать партнерами и дополнительно получать доход, то есть придут тоже к нам, успешный старт партнера. Всегда это все имеет консультацию. То есть мы всегда должны людей правильно консультировать, не навязывать продукт, не рассказывать, что он выздоровеет или у него что-то произойдет. Да? То есть сделать себя такого известного врача, знаменитого, который всех лечит. Нет, а именно сделать консультацию, как он может приобрести эту продукцию для себя дешевле. И опять же пригласить на большой бизнес-семинар, там, где мы говорим только о бизнесе.
Следующий год мы уже запланировали себе такие мероприятия, где будут проводиться успешный старт партнеру ББС и большие двухдневные семинары, куда мы сегодня уже вас можем пригласить. Туда вы можете уже приехать со своими новичками, и там мы именно покажем действительно вот масштаб развития компании. И поэтому именно вот эти мероприятия, которые мы проводим онлайн, офлайн, именно дает возможность приводить только людей и дать этот шанс. И, конечно, очень важно именно работать со списком людей, постоянно искать новых людей, брать контакты, брать рекомендации. Даже если человек отказался, он не хочет приобрести, попросите у него рекомендацию. Поверьте, люди с удовольствием дают рекомендации, когда вы действительно открыты и предлагаете товар, который действительно сегодня востребован. А этот товар у нас в руках с вами есть. Поэтому помните, что все люди умные и грамотные. Абсолютно. Все люди умные и грамотные. Только разница в том, что одни немножко раньше, а другие немножко поздно. Вы получили сегодня информацию. Вы можете ее проанализировать, проверить. Обратитесь к тем людям, кто вас пригласил. Обратитесь к тому человеку, кто, может, отправил вам это видео. И вы поймете, что это ваш шанс, познакомившись с компанией PL именно с нами, да, теми людьми, которые готовы вас взять за руку и привести к успеху. Поэтому не позволяйте никому отнять у вас то, что может сделать вас здоровым, счастливым и финансовым независимым человеком. Не давайте людям, которые не знают компании, которые не пробовали продукт, которые не знают систему маркетинга, которые не сравнивали эту, а говорят, что моя компания или моя компания. Все в жизни познается в сравнении. И поэтому мы готовы разговаривать абсолютно открыто с любым человеком на планете, потому что мы уверены, что у нас в руках не просто продукт, гениальный продукт будущего, у нас также и очень щедрый маркетинг-план, действительно щедрый, причем открытый, без всяких подводных камней и завуалированные какие-то цифры, прямо прописано шаг за шагом, то есть что компания готова выплачивать, как я уже сказал, 63%. Наша компания проводит мероприятия. Следующее мероприятие – это, вот, как мы уже говорили, здесь, Германия. На местах уже сами лично партнеры наши проводят такие мероприятия. В мае это уже поездка в Турцию. Можно уже сегодня запланировать поездку в Турцию, где проходят двух-трехдневные обучающие такие семинары. Уже готовится сегодня к этим поездкам и может сделать уже сегодня первый шаг на круиз. Да, и, может быть, кто-то скажет «да». После вашей презентации я принял решение, и следующий год мы уже вместе встретимся в круизе, да, и кто-то выйдет и скажет «благодарю». Вот для чего мы находим, для чего мы каждую субботу встречаемся и рассказываем. Потому что если вы хотите что-то в своей жизни поменять, вы должны двигаться вперед. Только вперед. Познавать, спрашивать, интересоваться, развиваться. А мы вам только можем помочь. Только тот человек, который знает свою цель, может ее достигнуть. Мы только можем вам протянуть руку, те люди, которые вас пригласили, протягивают руку, и шаг за шагом мы вам покажем, как вы можете быть успешным. И самый важный решающий момент, если вы делайте то, что делают все, то есть ходят на работу, да, 8 часов отработали, потом еще подработка, потом еще что-нибудь, потом дети, внуки. Да. Если вы делаете то, что делают все, вы будете иметь то, что имеют все. Поэтому мы хотим, чтобы вы стали другим. То есть ненормально. И только ненормальные люди с большими амбициями, люди, которые готовы меняться, люди, которые готовы обучаться, люди, которые говорят, что я это сделаю, я докажу, что я лидер, я докажу, что у меня это получается лучше других. Только те люди
могут быть готовым к большим доходам. Поэтому на этом я хотел бы сегодня закончить свою презентацию и сказать, что и президент, и все люди, которые вас пригласили на эту презентацию, они ждут вас на вершине успеха.